Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Наше путешествие из Афьона в Аланию обратно начинается. И первое, что мы сделали по пути в Аланию, это мы заехали купить настоящего афьонского хлеба всем нашим друзьям и знакомым. Сейчас покажем и вам. Афьон traditional хлеб очень-очень вкусный. Здесь пекут этот хлеб, вы его уже видели. И сейчас вам покажу, как готовят этот хлеб. Тесто замешивают, ждут целый час. Далее тесто выкладывают вот таким вот образом. И здесь хлеб тоже ждет целый час. Вот эта милая женщина мне все рассказала. Что входит в состав хлеба? В состав хлеба входит мука, соль, вода и картофель или картофельное пюре. Вот таким вот образом хлеб лежит целый час, и потом этот хлеб отправляют... И потом этот хлеб отправляют в печь. И в печи хлеб пекут целый час. Чок-сыджак. Очень... Очень жарко. И сейчас чокта шекуляр. И сейчас покажу вам, как выглядит уже готовый хлеб. Хлеб весит порядка 2 килограмма. И вот таким вот образом выглядит готовый хлеб. Очень-очень вкусный. Стоит 8 лир. Мы купили всем нашим друзьям, знакомым этот потрясающий хлеб. Он еще горячий, прям из печки. И сейчас направляемся в сторону Алании. И опять приглашаем вас вместе с нами. После 2 часов в дороге мы приехали на остановку. Мы недалеко от Испарты, и здесь есть ресторан, магазинчики, туалет, можно выпить чаю. И пока Айхан пьет чай, я вам покажу, здесь продаются интересные вкусняшки и косметика из лаванды, и из розы, и различные одеколоны. Фирма Clean Rose, и здесь я нашла интересную косметику. Например, вот такой вот крем для рук и тела из лаванды, лавандовая вода, тоник. Видите, как для лица, наверное, крем, тоже крем для лица. И интересная... крем с экстрактом улиток. Очень интересно. И вот такой вот крем с органовым маслом и розой. Еще здесь очень много кремов с розой, различные крема, увлажняющие и так далее. Вот такой вот одеколон, спрей для лица. И есть интересный одеколон с запахом японской вишни. Тоже какой-то одеколон, лосьон для тела и для рук. И мыло лавандовое. И
мыло вот такое вот розовое. Есть очень много одеколона с лавандой, очень много одеколона с розой, вот такой вот, например. Но сейчас вам скажу, покажу мой самый любимый. Это не роза и не лаванда. Еще есть вот такой вот интересный какой-то спрей тоже с розой для мужчин, для женщин. Спрей для комнаты тоже с лавандой. Вот такие вот запахи для машин, наборы. И вот такие вот красивые подарочные бутылочки с одеколоном. Можно купить еще вот такую вот, например, корзинку. Но здесь есть очень много различных одеколонов. И сейчас я вам расскажу, какие здесь есть запахи. Вишня, какая-то ферохлык, сереси, запах свежести. Болу со вкусом каких-то запахов из болу. Но самый мой любимый — это одеколон со вкусом оливок. Здесь даже есть со вкусом какой-то травы, с мимозой, со льдом. В общем, очень-очень-очень много разных. Посмотрите, разные бутылочки. Сиях Конго, какое-то черная роза Конго. С запахом листьев грецкого ореха. В общем, очень много разных запахов. А вот это вот что? Джедовет Рюзгары. Запахом ветра Джедовет. Это у нас с шафраном. В общем, очень много всяких разных, но самый мой любимый — это вот этот, запахом оливок. Очень много с лимоном. Ну, в общем, очень много каких-то интересных традиционных товаров. И можно, например, купить вот такую вот красивую корзинку с разными тоже кремами, мыло, свечки и так далее. Здесь есть, наверное, никто из вас не пробовал, я тоже. Есть, например, лукум. Лавандовый лукум и розовый лукум. Розовый лукум многие ели, а вот лавандовый лукум — это что-то новое и интересное. Раньше я тоже не видела. Ну и можно купить большую упаковку розового лукума. Можно купить варенье из розы, варенье из лаванды. В общем, очень много всего. Айхан Санхич, назовем лаванда лукум. Буяни бишей. И здесь много мыла ручной работы. Тоже видите, лаванда, оливки, запах моря, апельсин, гранат и натуральная соль для скраба с розой и с этим самым, с апельсином. Вот такая вот соль. И можно также для ванны купить соль или для соль для ног. Вот такая вот, видите, даже написано «Ноги». Натуральная соль. Термальная натуральная соль. С мелиссой есть, с апельсином и с розой. Вот такие вот сокровища можно найти и купить даже на такой маленькой заправке и месте отдыха. Сейчас мы идем купить воду, кое-что перекусить и едем дальше. Многие из вас спрашивали, почему на рынке бананы такие дорогие, ведь бананы растут в Алании. Но проблема в том, что то количество бананов, которое выращивается в Турции, не покрывает даже потребностей страны. Поэтому бананы в Турцию также привозят из Эквадора. И вот вам подтверждение этому. Именно поэтому бананы и дорогие. Потому что в первую очередь они идут на внутренний рынок, в Стамбул. А все, что остается, уже продается в Алании по более дорогим ценам. Ну, а мы едем в Испарту и будем кушать суп. Чарбайчи джаздейна.
и одна, скорее всего, даже последняя остановка, друзья, на пути из Афьона в Анталию. Мы уже практически доехали до Анталии, осталось 2 часа, и мы остановились покушать суп. Суп в дороге очень классно есть, потому что не тяжелая еда, но очень питательная. Сейчас покажу вам, как выглядит эта кафешка. Айхан уже здесь. Айхан, ты какой суп ешь? Тархана. Ой, Хана сегодня тархана, и он опять положил хлеб. А я взяла себе куриный. И, кстати, в каждом кафе суп разнообразный. Здесь, видите, дают огурец, помидор и лимон. И обязательно в суп мы всегда выжимаем лимонный сок. И вот так вот много хлеба для тех, кто очень голоден. Всем, кто кушает, приятного аппетита, а нам... счастливой дороги, ну и вам вместе с нами. Друзья, мы остановились на заправке, заправить машину. До Алании остался где-то час, но здесь я нашла очень-очень интересную штуку, которую сейчас вам и покажу. В Алании у нас растут многочисленные пальмы, и на этих пальмах вы видите, конечно же, вот такие вот фрукты. Но поскольку пальмы высокие, они висят очень-очень высоко. А сейчас на этой заправке у нас есть возможность увидеть эти финики вот так вот близко. Видите, вот такие вот финики, они потом чернеют, и их можно, наверное, есть. Но я знаю, что на пальмах вот эти финики в городе их оставляют для... птиц, ну, в общем, чтобы они зимой, чтобы им было зимой, что есть. Так что вот таким вот образом выглядит вот эта вот красота. Мы заехали по счету, наверное, уже на 5-ю заправочную станцию, и нигде нет мороженого. Представляете, все мороженое, все холодильники с мороженым убрали. Как вы думаете, почему? Ну, конечно же, потому что начинается зима, и мороженое зимой как будто никто не ест. Но на самом деле тоже в Алании, в магазинах, в таких как Шок, Бим, А101, вот буквально неделю назад, когда мы гуляли вечером, мы хотели купить мороженое, и выбора мороженого было очень мало, а в Шоке, в магазине, в который мы зашли, не было мороженого вообще. Нет, было мороженое в коробках, мороженое, торт, это все было. А просто разных видов мороженого, чтобы купить и скушать, мороженого на палочке не было, представляете? Вот такая вот тоже особенность, которую я как-то раньше не замечала, а оказывается, что мороженое на заправках везде... В ноябре месяце уже убирают, и мороженое не купить. А так хочется мороженое. Наверное, придется ехать в какой-нибудь магазин, например, по типу Мигроса, какой-то большой магазин, где мороженое точно есть. Кстати, напишите в комментариях, кушаете ли вы мороженое зимой. Мне на самом деле без разницы, холодно на улице или жарко, когда хочется мороженое, просто берешь и кушаешь его. Поэтому, мне кажется, это все так индивидуально и все дело вкуса. А еще очень люблю мороженое щербет. Именно не из молока, из сливок, нет, а именно щербет, который такой фруктовый и вкусненькое, вишневое и лимонное. Просто объедение. Мы уже в Алании и сейчас проезжаем мимо нашего любимого пляжа Инджикум и смотрим, есть ли на пляже отдыхающие и загорающие. Плохо видно из-за забора, но, как мы видим, все шезлонги уже убрали. И отдыхающих и загорающих нет, потому что уже прохладно. Сегодня 13 ноября. А вот здесь находится Инджикум Арман Кампы. Это парк, лесной парк, лесной массив в Инджикуме, где можно жарить шашлыки, арендовать палатки. В общем, очень-очень классное, красивое место. В описании к этому видео смотрите
ссылку на это место. Мы там были уже очень много раз вместе с вами. А кто не видел, смотрите по ссылке в описании. Ну а мы дальше продолжаем ехать в сторону Алании. Нам осталось, ну, чуть меньше получаса. Заходит солнце, и у Айхана в зеркало заднего вида очень красиво панорама. Не забывайте подписываться на наш канал, на наш инстаграм, ставьте пальчики вверх, комментируйте, задавайте вопросы. Надеюсь, вам понравилось это видео и оно было для вас полезным. Всем всего хорошего, пока-пока. Пока-пока.